что сделает Кремль по итогам медведевского опроса? Я думаю, ничего не сделает. Для Кремля не важно. Я думаю, политикам просто все равно. Это же всего лишь опросы, это народ. Народ никогда не пойдет на что-то больше, чем просто митинги. А митинги никак не повлияют на ситуацию. То есть либо нужна революция, либо еще что-то, чтобы правительство обратило внимание. Мне кажется, вообще фальшь эти опросы. То есть мы видим какой-то цирк там по телевизору, какое-то шоу. А как в реальности есть, кто его знает, как бы так или не так. В реальности вот не совпадает то, что говорят по телевизору. Я езжу, вижу, что совпадения этого нету. Я думаю, поработать над социальными какими-то проектами, пенсионерам увеличить пенсию, что касается детских садов, школ, вот что-то в этом роде, я думаю. Как будет, так будет. Он будет так же, будет другой, будет так же. Ничего это не изменит. Вы знаете, мне кажется, что все, что говорят люди в этих социологических опросах, это полный идиотизм. В частности, более половины населения, насколько я знаю по опросам на сегодня, одобряют войну в Сирии. С таким населением, которое отвечает подобным образом, вообще бесполезно считаться. И Медведеву это очень хорошо понятно. Для них нет никого, кроме их самих. Они давно существуют в безвоздушном пространстве, которое не включает в себя граждан этой страны и так далее. То есть они понимают, что им незачем как-то реагировать на те или иные опросы. Поэтому, на мой взгляд, ничего не будет происходить, пока Путина и Медведева не вынесут вперед ногами из Кремля, у нас в стране ничего не изменится. Должен он, я считаю, хотя бы как-то отреагировать на это. Если это неправда, то представить доказательство, что это неправда. Если это правда, соответственно, вынести какое-то решение об целесообразности Дмитрия Медведева как премьер-министра. Меня он как пример лично не устраивает. Надо, наверное, как бы рассмотреть по-любому этот вопрос. Но я не думаю, что отставка будет как бы в ближайшее время. Путину надо меняться с кем-то, когда его срок закончится. Если бы я была Медведевым, я бы повесилась от стыда.